ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् पूजयामि गिरये नाष्टाप्रयेषु नित्या भागवत सेवया भागवति युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नास्तिके। Так, сегодня мы продолжаем изучать Шримад Бхагаватам, песнь 10, главу 14, текст 9. В этой главе описывается молитва Господа Брамы, Господу Кришне. Как мы говорили в предыдущие дни, Господь Брама глубоко осознал величие Кришны. И величие Кришны не в том, что он демонстрирует какое-то могущество, хотя Кришна проявлял могущество также. Величие Кришны проявляется в его необычайной сладости, сладости его близких отношений с преданными. Кришна Сиддхиа, когда кто-то очень великий, может вести себя очень просто и быть в близких отношениях с другими, то есть это говорит об очень большом величии личности. Поэтому Господу Браме также приоткрылась вся этот сладостный аспект Кришны. И он очень глубоко сознает свое несовершенство и неквалифицированность иметь такую преданность, которую имеют близкие спутники Кришны. Да, Амит из Кандрус из Хамад Кризнов стал из Аресу или Баста Сирани Бес. И сами говорится, мы Кришна Сахар Бес. Итак, давайте мы прочитаем следующую молитву. Девятый текст. Прашьеша ме нарьян ананта арие. Прашьеша ме нарьян ананта арие. Аратмани твои ати мои майми. Аратмани твои ати мои майми. Маям витатье кшитум атма вайбхавам. Хьяхам киян ай айчхам иварчир атмау. Пословный перевод. Пашья. Взгляни. Иша. О мой Господь. Ме, мое, анарьян,
недостойное поведение. Ананте. По отношению к безграничному. Адье. К изначальному. Пара атмани. К сверхдуше. Твои. К тебе. А ты. Даже. Май майни. К великому чародею. Чародей. Колдун, как колдун или фокусник, к великому фокуснику. Маян. Мое искусство иллюзий. Витатья. Распространив. Икшиту. Увидеть. Атма. Твою. Вайбхава. Мощь. Хи. Конечно. Ахам. Я. Киян. Насколько. Ичхам. Хотел. Ива. Как. Арчихи. Искра. Агнау. В сравнении с планами. Перевод стиха. О мой Господь, только посмотри, до чего я дошел в своей дерзости. Дерзость, наглость. Решив испытать твое могущество, я попытался покрыть пеленой иллюзии тебя. Безграничную и тянут высшую душу. Того, кто вводит в заблуждение даже великих чародеев. Кто я в сравнении с тобой? Всего лишь крохотная искра перед полыхающим полом. Комментарий. Пламя порождает огромное множество крохотных искр. Ничтожное в сравнении с ним, то есть пламя. Было бы смешно, если бы одна из этих искр вдруг сама решила сжечь пламя. Подобно этому даже творец вселенной Брама является лишь ничтожной искоркой могущего Господа. И потому его неуклюжая попытка привести в замешательство Кришну была очень нелепой, была очевидной нелепостью. В этом стихе Брахма обращается к Кришне, называя его Иша. Это слово указывает на то, что Кришна является не только верховным повелителем всего сущего. Но также и господином самого Брахма. Который, но также и господин Сопра, который появился на свет из тела Господа. Ромелиц Качда
и создал Вселенную под его непосредственным руководством. Брама раскаивался в своей дерзкой попытке привести замешательство Господа Кришны. И потому был готов понести любое наказание от Господа. Если Господь Кришна не станет милостиво наказывать своих преданных, когда те ведут себя неподобающе, их глупость будет только увеличиваться и постепенно похоронит под собой все их духовные эмоции. Вот почему Господь Кришна милостиво наказывает преданных, помогая им идти по пути домой, обратно к Богу. Ом агьянати мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам янатасмай шри гураве намаха шри чайтанья мано виштам ставитам енаткале Сваям рупа кадамаям дадати свападантикам. Вандехам шри гуру шри юта падакамалам. Шри гуру вашнавамща шри рупам саграджатам. Сахаганар бунадам витам дам садживам. Садвайтам сабабрутам паричана сахитам. Кришна чайтанья девам. Шри Радха, Кришна Пада, Сахагана Лалита, Шри Вишакам Питамща, Кришна Каруна Синду, Динабанго Джагапате, Гопиша Гопика Канта, Радха Канта Гамиспуте, Тапта Канчана Гауранги, Радхи Вриндаванешвари, Пришабхана Сути Деви Прадамами Хари Крие Ванча Калпа Дарубьяща Крипа Синдубья Эвача Патитанам Баванетьо Вайшнавирьо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, 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 Харе Харе. О мой Господь, только посмотри, до чего я дошел в своей дерзости. Решив испытать твое могущество, я попытался покрыть пеленой иллюзии тебя, безграничную изначальную высшую душу, того, кто вводит в заблуждение даже великих чародеев. Кто я в сравнении с тобой? Всего лишь крохотная искорка перед полыхающим пламенем. Так, здесь Господь Брама раскаивается в том, что он попытался измерить силу Кришны, используя свои силы. В каком-то смысле, находясь в обусловленном положении, живые существа делают что-то подобное с Кришной. Они пытаются контролировать все процессы, да, то есть пытаются сделать так, чтобы все было по их воле. Если не сделали работу, то процессы
И порой даже брать вызов самому. Конечно, Брама не является тем, который пытается сместить Кришну. Брама Господа. Тем не менее, Брама был изумлен, увидев с одной стороны проявление необычайного могущества убийства демона Акасуры. При этом Кришна убил его, даже не используя никакое оружие вообще. Там не было применено Сударшан чакры. Не было применено там, булава. Стрелы, может быть. Нет никакого оружия. Сабли, да, то есть ножа, сабли. Кришна просто увеличил свое тело и находясь как в горле, да, то есть Акасуры, Акасура задохнулся просто. Кришна убрал газету, паузу схеули, он сосисил его так на сура с пельщиком. Так на сура, а мы тут город, а все город, а их что? При этом Акасура был огромный, то есть это был огромный змей, который на 2 километра, то есть он, можно себе представить, да, размеры. У него шея была там, это как пещера огромная. Амбатурос Акасура его узамазали, узамазали, а в 2 километра сильный смысл. Эли, да, как говорится, камопапули и сейво. А Кришна был маленький мальчик. А Кришна, его подарок ведь у меня. Он был такой невинный 5-летний мальчик. Если его подарок, он сделал путицелис ведь у меня. У него просто была флейта, рожок, рог буйволиный. Маскондога флейта, да, харис кам. Он был украшен обычными цветами, какими-то, да, плодами различными. Выглядел как невинное дитя. И не излучал никакого вот этого благоговения, величия, могущества. Он просто был да, сладостный такой невинное дитя. Брама сознает Верховного Господа как источника всего сущего, как Верховного Повелителя, Всемогущего. Но здесь Кришна не демонстрирует всего этого. Да, говорю сейчас Кришна, то есть он говорит, да, Гаупа. Что он очень могущественный, он маленький мальчик. Сайки начал слово из узеляющего, танзани, и он потом обидчивый танец. Иногда даже кажется, что он зависит от своих преданных. Все время как видно, что он зависит от своих преданных. Да, хана-хана. Бог это тот, от кого зависят все, но во Вриндаване Кришна зависит от своих преданных. Да, Ешода, например, она говорит, Кришна, я должна тебя привязать. И она привязывает Кришну к ступе, Кришну к ступе. Да, я еще на руне Кришна, что мешаю на Дагаба. Да, из Агос Хезе вас. Мальчики-пастушки бросают вызов Кришне и говорят, Кришна, сегодня я тебя поборю. Да, то есть в нашей борьбе я тебя выиграю. Кришна сдаю мне я. Вес мешаю Дагаба. Да, из Инавации вас. Гопи также подчиняются Кришну.
Иногда они привязывают Кришну лианами к дереву, чтобы Кришна не убежал. Иногда они даже, так сказать, да, ставят Кришну неловкое положение, то есть они его наказывают, то есть ставят горшок ему на голову, разбивают этот горшок, и по Кришне все течет. Да, сэвэ гопэрнитси морчилэ бэн Кришнас. Хадахан исини апавэр хэзэ лиянэ бисашуалэ бэн. Хадахан амтсилэ бэн гидэвас. Тавзи адгавэн цитсавсэ. Вот танстам бэрэтэ хавнам кутазо истинияна табоих бэнгавэн. Поэтому Брама был изумлен. Он думал, неужели вот это дитя, то есть оно могло убить Акасуру? Неужели он такое могущество? Дай-ка я проверю его могущество. И для этого Брама убрал телят, пастушков, чтобы посмотреть, как будет Кришна себя вести. Брахма это тоже наделенное определенной шахте Господа живое существо. Брахма асеве наделенное какой-либо шахте Уплиса. Он держит под своим контролем Вселенную, как человек, который держит в руке орех. Мас контролис прешукавия самкалу исеве рогорц адамьянс укавия как алихельчи. У него есть мистические силы. Он может влиять на планеты, на любые живые существа. То есть он фактически главное живое существо во Вселенной. Также самый разумный. Но постичь Кришну при помощи своего интеллекта, при помощи, знаете, как метода, какого-то эмпирического метода измерения невозможно. Вот. И чтобы преподать Браме урок определенный, также, чтобы насладиться своими сладостными играми со своими преданными, Кришна, да, одновременно, он, ну, вот эти два результата достигал. То есть, с одной стороны, он преподавал урок Браме, вот, чтобы тот смог осознать свою, как сейчас он здесь говорит, я лишь маленькая искорка перед пламенем, и я своей дерзости, знаете, это, знаете, странно, когда искра пытается сжечь пламя. Да, вообще, это неадекватное поведение. Да, сорен имисати, что какой-то ли чаутару сухарахма с дархами сэпуле, то есть Кришна из Гамбуалем Самгархаме, и северогод так упали брахма анбобсру сасацидуа, но атаран напецкали пикрос, но дацвас коцос. И теперь, когда Кришна проявил все это свое необычайное мистическое могущество, сам превратившись во всех телят, пастушков, потом явив эти формы Нараяны перед Брамой, потом опять все это убрал, вот, и опять стал маленьким мальчиком. Теперь Брама, да, видел Кришну уже совершенно другим осознанием. Да, Гупали Кришна, Гамбуалес Тавис, Зрева Мусилева, Скистхавар, Ганар, Субсахтар, Тавис, Кахтева, Цемси, Виджеви, Асеве, Бореви, Атареви, да, если кому-то он понимал величие Кришны как источника всего сущего, но одновременно с этим ему приоткрылась эта сладостная природа Кришны, да, сладостная природа Вриндавана и его вечных игр во Вриндаване. Сидиабен мара амастанетот мане шейчено у Али Кришна ситкубоеба у Риндавани да миси гаремоцвис канцлова. Однажды Господь Брама попал в подобное тоже положение, когда он однажды прибыл в Двараку, чтобы попасть на прием к Кришне.
Един екземпъл, Алпани Драхма, взял ситуация, защото си ми вида Твара Кашим, защото Кришна Снаши, който да се има Хадрилико. Это было уже позже. Уже после этой игры, то есть когда Кришна уже достиг ну, большего возраста. А и Кришна создал целый город, который находился прямо на воде. Кришна уже в Италии был, Лиза да привезли его. Дварака. Дварака. 16108 жен было. 16108 дворцов. Только жены. Так смотри, я та сасырва сасахли его, да? Так смотри, я та сасырва цвони мамда. Вот, и Господь Брама пришел, чтобы да, получить какие-то получить общение Кришны, получить его руководство. То есть я его слуга, я да, пришел на аудиенцию к Господу. Да, упали браха Бога, да, я что мы все утрето по мне его миссии, чеве в мне его, где упались, мой, там добавили псахури, вот он и мой, и маска. И Господь Брама подошел, привратник, сказал привратнику, пожалуйста, скажи Господу, что я обратно пришел. Упали брахмолови до утра, они сказали, что кто гадает, Кришна срок. Упали брахмолови до утра. Он, конечно, рассчитывал, что Кришна сразу его примет, поскольку Брама – это такая важная личность во Вселенной. И с какого-то лидера Кришна Масма Малеви Пиро Драгна. Брахма использовался кавлиния рипирована баса хороший. Но Кришна всегда очень тонко чувствует. Да. Если чуть-чуть какая-то привязанность к положению, да, какая-то гордыня, Кришна начинает вести себя так, чтобы напомнить преданному, кто он на самом деле и чье могущество, да, на самом деле, он, чьим могуществом, да, он пользуется. Так, Кришна, вы заняты подгузном все, что сходят с вами, с Кабабас. Вот сейчас Кришна гузном все, с Сиамарой, Гаджия, и с Эдгуд, с Хольми, с Ицапсисом, Мокведе, Басром, с Сиамарой, там будет отец. Поэтому Кришна отправил своего привратника обратно к Брахмине и сказал привратнику, спроси у него, какой Брахма пришел. А мы там с организацией Бангардзон, Бангард Кришна, да, Утхадом, а Бакитхе, но мне не Брахма Мовида. Здесь во Вселенной мы можем видеть ну, множество живых существ разных форм. Например, мы видим множество, там, не знаю, комаров, множество птиц определенного вида, множество людей, да. Ну, в общем, множество живых существ. Но Брахма, он только один во Вселенной. А как сопарож, что еще когда он это берчитепс, берчитепс, эдепс, хэмс, а берчитепс, халят себя, все было. Упали Брахма, сопарож, и это я. Конечно, Брахма очень удивился, почему Кришна такой вопрос задает. И он ответил привратнику, как, какой Брахма, четырехголовый Брахма, творец этой вселенной. Да, Брахма заведовал Брахма, как и фасос Кришна, другой или Брахма. Упали Брахма, мы за сон фитавер, но мы мачекнули сам Бару. И привратник доложил Кришне, и Кришна сказал, а, четырехголовый Брахма, ну хорошо, пусть зайдет. Да, Гарриска отмагадался, Кришна. Кришна отправил, о, вот там я не Брахма, Гарриша новинус. Брахма зашел, да, задал какие-то вопросы, общался, и тот в конце сказал, дорогой Господь, у меня есть вопрос тебе. Почему ты спросил, какой Брахма? Здесь-то во Вселенной нет другого Брахма. Дешеви да Брахма и утилтес или парагасгадитель саяцем да полос упала Брахма, когда была мимо Кришна. Упала, радует и тоже добыли Брахма. А там сапорожи, поэки Брахма. И тогда Кришна улыбнулся и своей мистической, да, ну, в общем, своим призвал всех Брахм разных вселенных явиться перед ним. Причем каждый из этих брахм не видел других брахм, он каждый видел только Кришну. Да,
Entonces, para Krishna, muy, también se mística con el muy, o el abrazo, o el sampan, o el amtros, también el abrazo, pero se trata de que todo el fenómeno de su abrazo, si se dice todo el mundo de Krishna. И вот наш четырехголовый Брама видит, как на лебедях прилетают разные Брамы из разных вселенных. И некоторые из них с 8 головами, некоторые 16, с 32, 64, у некоторых 1000 голов, 1 000 000 голов. Да, а еще они от каменных Брамов, это с другой его пример, с фантазмом Брамами, кейдет, зданий. Да и это, что зог скачет, я это ставлю в люкс на ты, он за тем, он за тем, он за зог сайт, а это стал миллионами калов. И все они со слезами на глазах начали прославлять Кришну, вознося молитвы. Да, было так, как бы, 23 миллиона вода, и сейчас упали Кришна с Ганди Дерба. И вновь Брама почувствовал себя очень-очень маленьким, незначительным. Так, Клава, Брама, 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 Смотрите, как удивительно происходит. То есть даже будучи преданными, Кришна доверяет нам определенные энергии, наделяет нас способностями определенными. Энергию. Но у нас есть вот эта склонность отождествлять себя с этим, с этими энергиями и начинать считать себя каким-то важным, незаменимым и единственным во Вселенной. И претендовать, что мы заслуживаем и достойны первейшего отношения к Кришне к нам. Кришна должен нас выделить среди всех. Да, тогда Кришна спрашивает, какой там, какой преданный там пришел, что он хочет вообще? Амбрус Кришна, Питфасос, Ромели Брам, Ромели Пульмобита, Рам Дамас, и показывает, да, какой-то, помогает преданным увидеть свое незначительное положение. Да, о чем я спрашиваю, их марева, дай я посетку, макуси, умце, умко, марева. Это удивительно, я на своем примере тоже могу проиллюстрировать. Я помню, я начал учиться распространять книги, это еще в 90-е годы было. Эс, гасау цария. Мечками, лагарки, чемилия, гагизия, подышать медавицы, сауля, цигнебискал, целебиса, отхуза, кемцелеби, отчеркидев. И у меня начало получаться через некоторое время. Да, меч, а раскрылся тега, камуми, да. Преданы начали прославлять и говорить, о, чай, махарадха. Это уже подается, ганди дебата, абуды, о, чай, махарадха. Столько книг распространяешь, как ты это делаешь, какие мантры говоришь. И да, начинаешь чувствовать себя очень важным, таким способным. И преданные даже просятся, можно мы посмотрим, как ты распространяешь. Да, я буду видеть. И хоть я не видел, а чей телефонный угур, другуранцы или вообще. И вот я выхожу с книгами, я рассказывал, какие нужно говорить слова, чтобы влиять на людей, чтобы они брали книги. Да, и мне говорил, что ты не обещаешь, да, вы будете у руку, да, да, два раза, ты говорил, что там я не взаимодействую. И вот я выхожу, да, продемонстрировать свои способности, как это все работает. Да, и мне говорил, что все равно. И я подхожу к людям, и они все просто пинают меня, отворачиваются, никто вообще, мантры не работают. Вначале даже такая претензия к Кришне, ну Кришна, что такое вообще?
Но потом постепенно начинаешь понимать, что на самом деле это не ты делал, ты просто инструмент в руках Господа. Поэтому однажды, когда один преданный подошел к Шриле Прабхупаде и сказал: «Шрила Прабхупада, мы решили сделать школу санкиртаны и обучать преданных, как распространять книги, что говорить, вот, как подходить к людям». Шрила Прабхупада сказал: «Нет, не нужно такой школы». Преданные подумали: «Наверное, Шрила Прабхупада не понял». Шрила Прабхупада: «Но мы же будем вот учить, как подходить, какие слова сказать, ну, это же как бы нужно». Шрила Прабхупада сказал: «Нет, это не нужно. Вы должны учить преданных, как быть искренним и преданным вот, во время своего служения, и тогда Кришна изнутри даст преданному необходимые слова для того, чтобы ну, что-то сказать человеку». Вот это то, чему учил Шрила Прабхупада всегда всех преданных. Как быть искренним в наших отношениях с Господом? Чувствуя себя незначительным слугой. Но как только преданный начинает думать, что ну, как бы все происходит благодаря моим каким-то профессиональным навыкам, и как бы на второй план уходит преданность Господу. То есть преданный начинает в этот момент ощущать себя просто независимым деятелем и думать, что я тут все делаю на самом деле. Я тут творю вселенную, я тут распространяю книги, я готовлю просад, я. И тогда Кришне надо что-то делать, чтобы наказать своего преданного. Как очень прекрасно здесь в комментарии говорится, вот почему Господь Кришна милостиво наказывает преданных, помогая им идти по пути домой к родному Богу. Да, такие наказания – это особая милость Кришны. Кришна не хочет, чтобы мы деградировали, упали. Поэтому Кришна устраивает что-то, чтобы преданный мог увидеть да, свою незначительность и предаться опять, да, предаться Господу, действовать из настроения преданности. Это не означает, что преданный не должен ну, как бы развивать свои профессиональные навыки в служении. То есть, нет, мы должны учиться делать все как можно лучше. Если мы сами сейчас
კონკრეტულ საკითხებში არა პირიქითაც ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა გავარჯვოთ სწავლა. Но при этом преданный внутри одновременно с этим должен развивать это настроение. На самом деле все по милости Господа происходит, по милости Его внутренней энергии. Да, а на столе это не было, да, каю мол, скависи, сотня на присоке, да, каю мол, скависи, сипа, рулю, плис, нима. Или все происходит по милости Гуру и Кришны? Вот эта реализация постепенно приходит. Конечно, как профессионал мы можем что-то внешне сделать, но это не будет проявлением внутренней энергии, это будет просто проявлением внешней энергии. Как Господь Брама, Он применил свою мистическую силу, но это была не духовная сила, это были материальные мистические просто силы. При помощи материальной мистической силы невозможно воздействовать на вечных спутников, которые полностью трансцендентны материальной энергии. Материалы мистикуры залепс камохенев, шоуцлебенев, упар Кришназе, там и сэдгулебзе, рамзе мухаркес мохтенев, которые сэдгулебзе, али Кришназ не трансцендентулия в материи. Поэтому Кришне, когда Брама пытался украсть телят и пастушков, то есть вот этих вечных спутников, Кришне пришлось своей внутренней энергией скрыть этих пастушков и мальчиков, и одновременно с этим своей внешней энергией создать материальные копии, чтобы Брама мог материальной силой их украсть. Сейчас Господь Брама осознает, о Господи, Кришна, он рождение сам, как Мухьянти Яцура, да, то есть самых великих, он вводит в заблуждение даже великих сур, великих чародеев, значит, то есть тех, кто обладает мистическими силами. Кто я вообще перед ним, то есть и я пытался своей вот, материальной силой пытался как-то как повлиять, да, покрыть Кришну. Не совершенно понятно, а ты полюбляла чейчном сро кого-то Кришне, чейчном сро Кришна, шепал сюзиаши, диади сурели, диади чадоклебиски, там не виндва сайн, мастер-шедари. Но Кришна милостиво наказал меня, он проучил, показал мне свое могущество. Интересно, что обычно, когда ну, кто-то преподает такой урок человеку, да, то есть и, ну, и опускает его несколько с его пьедестала, на который он себя возвел. Обычно в материальном мире люди начинают злиться на этого человека и думать, как его, так сказать, теперь победить, да? То есть начинают искать помощников, в общем, силу, накапливать силу, чтобы сразиться, да, с тем, кто меня унизил. Например, в Махабхарате описывается как Джайадратха, который испытал вожделение к жене пандавов и начал ее буквально, да, пытаться украсть. Пандавы поймали его, и они могли его убить, потому что он вор чужой жены. Но поскольку он был родственником, Трупади сказал, да ладно, просто как-то его, да. И, в общем, его обесчестили, срезали волосы и, в общем, выгнали. Рубас Махапарадаш, я в целом, что сам себе не пиронил, а стилон, да,
ცოლებს მოპარავს და მას დაიბრუნება ნორაიჩის აიჭერა და მათ ის შეეძლოთ ის რომ მოეკრათ იმიტომ რომ ამის უფლება ჰქონდათ მაგრამ დაუპატიურ და კარგით რა კარგით საკვალისი არ არის საჭირო და უბრალოდ მას სხვადასხვა ნამუსიც აქვს გადაფასს მას თავი И Джадратхан стал раскаиваться, думать, как я мог так поступить. Я заслужил на все это. Спасибо пандавам, что они меня так поставили на место. Нет, он у него бушевал гнев внутри, он решил совершать аскезу, чтобы убить этих пандавов. Моиться на правильном месте, чтобы мне тогда не серьезно, а роман и дали то лагерь, мы за то, что там с ними будет заняты механизм, да и за то, что шули за дай нас. И он начал совершать аскезы, поклоняясь Господу Шиве, и дошел до того, что Шива появился перед ним. Да, нам дали то аскезы, как хоть целево, и там они будут упали Шива, там не видели, там были упали Шива, а раз там вести наши. Шива сказал, проси благословения. Да, Шива Мухира, слово Господи. Он сказал, хочу убить пандавов. Шива сказал, я не могу тебе дать такое благословение. Пандавы находятся под защитой Кришны, ты не сможешь их убить. Но я дам тебе благословение, что ты один день, один раз, в один день сможешь победить их, но не убить, победить просто. Да, Шива Мупасупа, я же везде, я сцену бессмотрим, а я такая, если не отдавать мне помогать, конечно, с камеру бескоешь. Магам, я же везде, он мог цель снять, а вот эти плесы, кто чем шерит, а там акция, как мы рамантули, да, вот сам. Да, и потом Джайдратха воспользовался этим благословением, чтобы убить Абхиманию, да, то есть Кауравы убили Абхиманию по этой причине, из-за Джайдратхи. Да, Шарик Джайдратхам Камрик, я сейчас разрываюсь, ты что, мой экран? Абхиманию. Абхиманию был сыном, да, Аршуны. Абхиманию и о Арджуна Шри. Ну, на примере Джадрахи мы можем видеть, как обычно люди, когда их, так сказать, ставят на место, они не устраиваются, они начинают копить силы, чтобы потом это мстить. Да? То есть так, это в материальном мире так происходит. Джадрахи смогли себя чувствовать, потому что это адресом подошелся, и это мере там все смогли. Ისინი არ შეიძლება ისინიცაბენ ძალების მოკრებას იმისათვის რომ შური იძიო. Но преданный не ведёт себя таким образом. Да, преданный. Программа Гулия Алексеева Ангора. Преданный понимает, что Кришна сейчас ставит меня на место, помогает мне увидеть своё истинное положение. Вот, помогает мне избавиться от гордости. Эдгули хедал, что мест Кришна мехбалит, он мне писал, что мовишор, чем миссия, мне писал, что ганвитан. И когда вот это осознание происходит, преданный на самом деле чувствует радость от того, что Кришна так с ним поступил. Народы сейчас гавском деле бахтеба, Эдгули и сейчас взнула все, что я говорю, сихарус. Поэтому Господь Брама испытывал огромную радость и огромную милость, что Кришна явил ему все это. И теперь он мог, заняв свое истинное положение смиренного слуги, да, то есть Тринада Писуничина, Тарура Писахишнуна, Аманина Манадена, да, то есть став в смирении травинки и терпеливее дерева, готовый оказать почтение другим, не ожидая почтения к себе. В этот момент, то есть когда человек занимает такую позицию, Кришна, он будет видеть Кришну. Кришна сходит, или Харинама, то не сходит в сердце человека. Да, а мы начали, что Чупару Брахал, Шейн, там группа, Маргани Цитал, он заказал Сихаруни, да не это Цхалуба, Ширинда. Вот сейчас Маргани Цитал, он заказал Сихаруни, Валах, Сабавро, Монтвера, Чехей. Поэтому вот наша задача, как преданных, постоянно культивировать это настроение, быть смиреннее травинки, терпеливее дерева,
готовым оказать почтение другим, не ожидать почтения к себе. То есть буквально Кришнадас Кавираж Госвами пишет, что нужно, дорогие преданные, он говорит, повесьте себе на шею, как ожерелье, этот стих. Кришнадас Кавираж. Это не означает, что просто написать там бусы такие повесить. Нет, это означает настроение такое принять. Тогда наше преданное служение сразу становится совершенно проявлением внутренней энергии Кришны. Да? То есть это будет, Кришна будет очень ощущаться, да? То есть в преданном служении, в молитвах, которые преданные возносят, во его воспевании. Вся его духовная жизнь сразу оживает, если есть это настроение. В противном случае, если я отождествляю себя с какими-то своими силами, способностями, ну я буду просто конкурировать, да, с Кришной или с теми преданными. Да, будет соперничество, конкуренция с другими существами и с Богом, в конце концов. Потому что Господь проявляется через преданных. Это, пожалуй, самый такой важный урок, который важно нам всем извлечь, чтобы мы могли войти в атмосферу Вриндавана, чтобы мы могли действительно приблизиться к Кришне. В материальном мире мы все больны вот этой болезнью, желанием быть первым из всех, да, то есть занять центральное положение. Вот. И даже будучи преданными, у нас тоже может сохраняться такое настроение, что я тут главный, который все решает. А как с Господом Брамой это происходит? Поэтому, когда мы получаем какое-то положение в обществе или в обществе преданных, или положение, ну, в общем, какое-то положение, которое как бы возвышает нас над другими преданными, нужно понимать, что меня не возвысили, а меня как бы сделали слугой всех преданных. Всегда нужно в своем сердце других ставить выше. Да? То есть я просто слуга, смиренный слуга. Такое состояние, да, позволяет преданным проявить эту атмосферу сотрудничества, да, друг с другом. Вот. Но если каждый из брамы, то очень трудно будет сотрудничать, потому что так иначе каждый пытается с позиции положения всем доказывать, что как бы, да, я достоин, так сказать, единицы Кришны прежде всего через меня. То есть это неправильное настроение. Ситуация, это мы сейчас, да, Господь Брама знает это. На самом деле, во второй песне Бхагаватам описывается четвертый шлок, которую Господь Брама получил, но
предшествовала этому одна просьба Господа Брама: пожалуйста, дай мне какое-то знание и благословение, чтобы, занимаясь этой всей его деятельностью, да, творческой, чтобы я не пал в иллюзию, что я тут творец. Да. И Кришна произносит ему чатуршлоку, то есть ты должен всегда помнить, что это я был тот, кто был до этого творения, и я тот, кто останется после того, как это творение будет разрушено. Да, Кришна сказал, что чатуршлока, да, и что в мире то, что кажется отделенным от меня, но на самом деле и не связано со мной, это просто иллюзия. На самом деле все связано с Кришной. Там сахана шидатвешвени баром чамо шоре пулья чемка на рации бочвен баром чемка калшишьяна здесь управлен иллюзия. Подобно тому, как первые элементы, они одновременно и находятся, да, и внутри, как, например, в этом столе есть все первые элементы. Здесь есть воздух, и огонь, и вода, и земля, да, то есть они созданы из первых элементов. В то же самое время они отделены, да, то есть эти первые элементы находятся вовне этого всего. И мне сказал, что там Лагита Шияви, своя первая элемента, но стая, цари, ница, то... И себе амагитис каретаце гамолиндебиян эс элементами. Так и Верховный Господь, Он внутри всего и вне всего. А себе узенай сумфами и сопалянпинес шимита, полагас камчорос, а себе мис каретацамис. И ты должен всегда искать истину прямыми или косвенными методами, всегда быть в этом поиске истины. Тогда ты никогда не пойдешь в иллюзию. Это означает, что мы всегда должны быть в этом настроении учеников, ищущих истину. Всегда культивирует это настроение слух. И это настроение будет защитой от того, чтобы не впасть в эту иллюзию и не начать отождествлять себя с каким-то положением, со своими способностями, да, то есть и забывая, что я на самом деле слуга. Сейчас Господь Брама, он раскаивается. Конечно, мы должны понимать, что Брама — это необычное же существо, он преданный. Кришна просто через Браму преподает урок нам. Брама раскаивается: о Господь, я был подобно... Я как маленькая искра, пытаешься поглотить огонь, то есть сжечь огонь. Так глупо выглядело. Но сейчас осознаю твое могущество и по своей милости ты наказал меня. Вот. И я смиренно склоняюсь к твоим словам. Говинда Манипурушам, Тамагам, Паджами. Харе Кришна. Пожалуйста, да, может быть, что-то обсудить хотите? Можно, да. Спасибо. Продолжение следует...
კითხები თუ გაქვთ იმას შეგვიძლიათ დასვათ, უშინდელი კითხვებიც იყო დარჩენილი როგორც ის. ლუკა თუ აქ არის, ლუკას ქონდა კითხვა. ლუკას. ულუკი პროფიეს ოპროს. არა, ლუკას ქონდა, ლუკას, აი იმას, რა ქვია. ლუკა არის. რა? ხო, ნუ, მაშინ არ არის, არ არის. მე მაქვს შეკითხვა თუ შეიძლება. ლუკას რა, ლუკა აქ არის და კითხვა სვავს მორი წამიწყდით. У нас пока сегодняшняя тема по вопросу сада. Тухедот, но ჩვენი საყვარელი ადამიანი თავდაბალი არის და მეორე ადამიანი კიდე მაღალი არის, ასე ვთქვათ, არასწორად ჩაგრებულად იქცევა მის რა. და იქნებს ის თავდაბალობას. ჩვენი ხილა სწორი იქნება რომ მივიდეთ და მოიცვათ და Если мы видим, что наш близкий человек, личность, который проявляет смирение, и другой личность его унижает, с нашей стороны было бы правильно, если мы придем и поможем им, защитим таким образом. Да, это правильно, единственное, что правильно это сделать. Не то, что уже сказать шашку и типа помочь ему да, опуститься, да, то есть это проявить насилие. Нет, может быть, достаточно будет просто говорить, на самом деле, всегда придумал, но вообще не проявлять смирение, вообще он знает, но он так все идет. Ну, в общем, как-то поможет ему да, по-другому. Когда я хотел бы миссии дохвалива гоечи и датрома, но я не могу сказать, что 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 я не могу сказать. Тавдаблубис гамо икцева, если я не могу сказать, что 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 я не могу сказать. То есть нужно вступить сам, тебе приятно, что хотите помочь, и попытаться проявить настроение общения между учениками, помочь ему войти в это ученическое настроение и попытаться увидеть эту ситуацию глазами ученика уже. Да, он даже видит утвердоба, что мадамиан, да, мы вот мост аулис ганц оба, что видит утвердоба, что шехал там ситуация, мост аулис твари. Если мы в этой ситуации начинаем другого, ну, как бы пытаться обвинять или как-то его опускать, то есть у него включится просто стремление защищаться, потому что внутри же он как бы чувствует себя, что он искренне понимает, что делает. Тут чё я чаю в момент, что меория дамия чамбоце ваше вечно витан гантуны вас осветкват, машина мадамия чаю тоба таудацу из инстинкта это осветкват, да, и суброк чай кетеба, сход шинагана дама, реалурод визнобсу, из Марталия. А в результате мы можем перейти на оскорбление и обнародить свои жизни, и ему не помочь. Да, что ты говоришь, что еще и вопрос, когда вы идете шаурац опять, что вы сделаете, что они сульеры с хауреба, там вы трость, там вас сделают исац, и вы сульеры с хауреба. Хотя если человек, который уезжает на он какой-то материалист, и он ведет себя очень грубо, здесь иногда нужно и силу, потому что все это как следует восстановить, но ради защиты клиента не может проявить он нервы, в общем, как-то успокоить себя, если мы не понимаем языка. Ту Эдгули засацават, ту Эдгули сам цирепс материалисты, да, и слухаша декцеван, физикуадацки ам цирес, маша туашики, сачироцки, ярис, хаму, линат, каркуэвули, физику, ридзала, им сатешро, калачерот из. Ну, скорее, исключение, которое может быть, но всегда стремиться даже с обычными людьми. Можно поговорить, и если преданный правильно себя жизненно с ним ведет, то человек может переключиться и переосмыслить.
მაგრამ ეს გარაკლის შემთხვევაა, თუნდაც ჩაულ ადამიანების შემთხვევაში მართლა ჩაულ ადამიანებს. ჩვენ შეგვიძლია ყოველთვის დაველა გავუხსნათ და შეგვიძლია გავაგებინოთ, რომ ეს არასწორი ცოდა და ეს გადაერთვება. У нас на Ростове на Дону у нас проходила хренама однажды. Чё это Ростовщик Станхнисин гадио мидиода хренама? И один человек начал грубо смеяться, насмехаться и ну как-то унижать приятные слова. Да этого адамьянма ძალიან უხეშად დაიწყო დაცინვა და რაღაც ბიცის გამოყენება დაიწყო ერთგულების მისამართით. Один преданный подошёл к этому человеку. ერთი ერთგული მივიდა ამ ადამიანთან, მოკიდა ხელი და გაიყვანა გვერდით. И просто начался уважительно. Тут знакомился, начал говорить, начал объяснять, что на самом деле происходит. Когда такой человек подошел, и он потом уже с большим уважением начал преданно относиться, полностью поменял. Там, но если не видал, гаицу, если тауцо, саубари, აუხსნა თუ რა ხდება და ამ დროს ამ ეს ადამიანი გადაერთო და ძალიან დიდი პატივისცემით დაიწყო მოპყრობა. ეს как правило, основное содержание других это самодержество происходит. Люди не понимают, что происходит и что там какие-то представления сложные, все они так выказывают отношения. Но если преданные проще, ну как бы сердечно могут говорить с таким человеком, может изменить. როგორც წესი, ესეთი შემთხვევები, როდესაც მას ამცირებენ უმეცრების გამო ხდება, როდესაც არის მის ადამიანს თუ რა ხდება და თუ ერთგული შეუძლია გულითადად მიუდგეს მას და აუხსნას და მიიტანოს ეს ნორმალურად ეს გზავნილი, მაშინ შეუძლია რომ შეიცვალოს ამ ადამიანს. კი, более если это зовут. განსაკუთრებით თუ ეს სხვა ერთგულია. Вот поэтому нам важно учиться видеть других как духовную душу, которая покрыта временно каким-то вот наваждением, пониманием, просто помогать. Лучше я тоже могу. А, то есть, сейчас я помогаю ему, завтра он мне поможет. То есть, ну, друг помогает, оставался с вами, конечно. А мы там отсюда сауловли, что шерзо, то есть, канцоби ваши уртиертоба, мост канцобили ваши дресме, вехмары бимас, ხვალის დამეხმარე, გასაკუთრებით თუ ეს არის ერთგული. Если мы помогаем преданному видеть правильным взглядом какую-то ситуацию, какую-то преданную, он будет нам очень благодарен. Тут ჩვენ ერთგულს ვეხმარებით, რომ დაინახოს ситуация სწორი ხედვით, მაშინ ამის შემდეგ ის იქნება ძალიან მადლიერი, ეს დამიწა, ესაც დაგვეხმარება მომავალში. Вопрос. Если мы подошли к такому личности, мы объяснили, Если преданный подошел к такому личности, который там оскорбляет, или что, объяснил ему, но он не понял ни за свое поведение, тогда как тоже действовал преданный в этом ситуации? Ну, конечно, смотреть по обстоятельствам. Может быть, просто нужно уйти, не разжигать конфликт. Самое лучшее, да. Если же он человек набирает, ну, иногда наши крепкие ребята могут строго поговорить. Для него это опасно, он мировой человек. Ситуация с Далаку идет, то Далаку идет. Может быть, другой дядя немножко. Ситуация с Далаку идет, то ту, если ты сейчас хвалишь, я хочу здесь обрадовать, а вот сам вот он, помогай, бича, ушла, а он, да. Нужно быть очень осторожным с насилием. То есть преданный должен быть очень реализован, чтобы правильно менять злобу. То есть насилие можно применять без злобы. Например, это для того, чтобы дурить.
если у меня еще я не могу контролировать свою злобу, то лучше тогда, что другие им чем тумаше, но ничего не может вакать это ара бразит, ара мы мозгали бы все такое. Мага, тут что нам брасо, мы его контролируем, машин чем бьет с половинами, где за дайда пахакается. Именно это меняет сердца агрессивного сотрудника, они видят, что несмотря на его агрессию, ну, имеет глубокое уважение, и это достоинство. То есть он очень удивляется, он начинает разговаривать и меняется мнение. Сорид Эссуни с Адамьяном, что-то со Схедовском, Юхедов Тимиса, Мир Чем Ягри Камухатур Акрисис, Чем Никанда, Чем Смея Камухатур Акрисис, Юхедов Атэдгули, Майнц, Тавдабло Басиначуни, Страмотвини, Сорид Эссуни с Адамьяном. Ну, если он видит, что преданный проявляет движет внутри агрессия, он своими словами просто хочет этого человека отпустить, то тогда у человека возмущение это происходит, он просто начинает конфронтироваться. Мага, ту хедав свой эдгули ца авлес агрессиас, машин эсу про ам антепс ам ситуации эсу про метата, и сад цицепс дапиди, астапиди, продогу махтеба эс. Он спрашивает, как наши повседневные. Да, важный вопрос, спасибо. Что преданный должен медитировать как на духовную частичку Кришны. Китха его маштуварео, да тогда кому их оно сидит гумма, овальту юру баши, эс лекс, ямаде, намадане, да? Да, и с... Патриан. Он преданный должен медитировать и стараться видеть, ну, других живых существ, как частички города, как близко. Эдгур на медитировал, то есть находил, то есть схалялся, то есть робот уплис, kind of open silence. В одном из комментариев, где я пишет, что мы должны оказывать почтение другим существам по двум причинам. Робот комментарий, что я добавил. Шимат Бхагаватам, все комментарии, что я пропада в Эуле, Баром, Чуэне. То схарасивы с патриотизмом и вагивдет ори мизес из гамма. Потому что Верховный Господь предстает на как параматма в сердце этого существа. Ими торо тем, что за нас пироне, ба, чен си нас там, ба, амадамьянис гули догорц араматма. И так же, как частичка Господа. Да, а себе догорц упснятий ляги. Это приемная классная машина. А мы это такая важная задача, которую приемный должен научиться в своей жизни так воспринимать. Есть мишнулевани гавалебари, умелица То есть как мы этому можем учиться? Мы можем... У нас возникает какая-то конфликтная ситуация с кем-то, и у нас, естественно, поднимаются какие-то чувства, хочется эмоционально как-то воздействовать на другого. Но если я в этот момент просто вспоминаю, что это тоже частичка Господа, связанная с ним, и я тоже частичка Господа, то как я должен поступить вот сейчас,
не просто объяснить на полу своих чувств, а как бы Кришна хотел, чтобы я вступил в эту ситуацию. Да, и на духовную частичку, как и Господь в его сердце тоже находится. Да, Рогорда Муахтина, там не смотрел, а что он смотрел вообще. Куда ты барагался эти ситуации, рождаются эмоции, им горела. Да, что он вихся не про, чем все наши гомы пирона, вызвать, ты бы сузена из пирона, без ган, опыльна телегия. Машин мы амит вьюсеви, патрисеми, да, патрисми, вагебмаз. Вот такая медитация помогает преданным постепенно начать чувствовать других, не просто оценивать других, не просто делать как ум, а именно взаимодействовать с ними как с душами. Да, если ты ганс обилеба, я хвали по эльбулу, что я пасусь, мы с мандашем бегали пироны, а на рогорц росхеуни, а на гоны, а на рогорц сули, ромелиц упылись, ганы опили на цидия. И оказывает почтение. Да, мия госра тарачем. Поскольку преданные всегда медитируют, да, я прилагаю какие-то усилия, я могу что-то делать, у меня есть какие-то, может быть, профессиональные навыки, но все это я обрел по милости Господа и Его, я могу научить, это всегда и Бога, надо их мне. Да, то это были медитировать, и момент зеро. И мы платим с милагом, что мы цаляться, мы платим с вами еще видеть, но пара курок, да, безусловно, не спирон, а без сладоби, да, уру сладоби. Поэтому хотелось, что я что-то делаю, значимое, на самом деле, все это по милости. Да, я сейчас смотрю на чупы, мы там дыхаем, мы что не должны лакать, когда нас лагерь свалят, и я здесь буду, и так и я И когда преданные меня начинают прославлять, что я что-то делал, хорошо, я даже удивляюсь. Нет, преданные, это все по милости гуру, я не ожидаю почтения к себе. Да, вот я сейчас Эдгуля Битца, меня есть и Эдгуля Скандидебас, я рад скаргить, как это Эдгуля Скамо. Здесь Амедгусу упыск идевац, Ара, не ара, не ара, пекам гетеби, я спорам полос гурус цалобитарис. Конечно, поначалу это может казаться немножко искусственным. Радхуана, это сейчас чего человек, что не будет, с рад, с хейло рука. Но постепенно, после такой медитации и более глубокому осознанию, преданные начинают так чувствовать. Маграм, тандантанобит, если медитация с алобит, это будет сабсис, сегмуся улад, Шевидзнебас. Если так становится бигияна, это сколько? Оно эсотна, хлеба бигияна, оно ушло кому-то стиле. И, конечно же, Господь будет помогать нам такое сознание отрести. Радхвалу да упали да выхвали, но сейчас он верит до Шевидзина. А сейчас он помогает с праве. Другой цех на выхвали бы упали гахнуть. Кришна будет да, помогать нам попасть в какие-то ситуации, которые нас научат. Кришна такой хмарит, а что начало ситуацию, мы любим, что восставлен. Самое главное – это сохранять свое сердце в настроении ученичества, проходящего через какие-то вот такие жизненные уроки. Валя за митроварил, что ему иначе вот из конца убили бы, восставлен из конца убили бы, ровно из-за хмарит, а то ситуацию бы кавит, и я бы ссора. Гуру Кришна, сердце произойдет трансформация, и Кришна так чувствует. Естественно, оказывается, что почтение других и не ожидать какого-то такого почтения в себе. Да. Ожидать означает иметь тензию, что все должны меня уважать. Да, чем то ваше, гуру с Дагришна спала, то ты чуешь, что ты висал, там работали бы сошуали бы. Да, а ты висима, нечто с ним особо, хвеля, унда, лапаса, где с ними. И, конечно, оказывается, почтение других иногда когда преданные искусственно пытаются как бы имитировать, они иногда могут странно вести себя. Некоторых людей, некоторых людей уже слово поговорить, может быть. Да. Это тоже почтение человеку. Если не поговоришь, он, например, ребенок что-то неправильно делает, надо его остановить. А если я просто оказываю почтение, я должен просто почитать, и поэтому пусть делает, что хочет. Да, он деградирует просто, это не почтение в душе. Почтение означает, нужно его защитить, остановить, да, какое-то служение. Когда ханадуса церкулеви, я вас говорю, как это мне не смысл, да, магазин, то есть, бабушка, что ваша, ханадуса церкулеви,
ანდახან საჭიროა რომ სიმკაცრე გამოვავლინოთ იმისათვის რომ გაჭიროთ ის ხანაა ის უბრალოდ დეგრადირებიდან იწყის. И когда при этом мы прославляем, например, какое-то служение, иногда при этом очень странно начинает свести, то есть они как бы, ну, отворачивается, скрючивается, как будто бы там, ну, со стороны это очень странно выглядит. Почему такая реакция? Вот. Нет, преданный может даже радоваться, что его хвалят, потому что он понимает, это слава Гуру, и я счастлив, что мне удалось участвовать в этом, я как-то послужить получилось. И Вайшнава это подтверждает, так он тоже может радоваться. Но это делает не от ложного эго, не ложное эго, а это его истинное эго, да, то есть так реагирует. Хандах, занусь на объекцию Эхоме, Лулеви. Родесац Матшиакебе, Хоме, Талхвиян, Ицовен Дагрехос, და ეს უცნაურად ჩანს გვერდიდან. არამედ პირიქით შეუძლია გაუხსნას, გაიღიმოს კიდევაც და აღსოდეს, რომ ეს გურუს შექება არის პრაქტიკულად და ამით იყოს კმაყოფილიც. Ну, в любом случае, если мы медитируем, станет постепенно, мы как бы станет естественным для нас. Такое поведение. Да, тут же галактика, медитация, если так сказать, машина с ней нелегко хлеба, что ты забыл, не бери, а если шесть отзывы, в принципе. Ром гасет стерлиодеса, скоюлинева, чуть спорилаши. Эсарис шиян утри спалова, тант гасет чому утри спалова. Да, инда вецадот эс асгарчева, утри спалова, ту карн шедегеби, ту илда бригот, рогорт утри спалова, да, гамтилева. Вчера вы упоминали, что когда к нам приходит сложность, и это мы должны понимать, как милость Господа, а мы должны, вопрос сейчас в том, что мы должны пытаться отличить вот эту милость Господа и это кармические плоды входят к нам. Спасибо. Или просто приятно. Если преданные практикуют преданное служение, если он искренне следует, то все, что с ним будет происходить, даже то, что выглядит как последствия его прошлых поступков, это все равно там будет присутствовать Кришна, который позволит ему проявиться, и там будет присутствовать его. То пироунеба апатрипса гумсахуребас, а в общем-то, ваше палатариас мастангодис, если вам амаши майцеба Кришна сфели, Кришна Майнцкула Чарли, не без моего хвоши, Кришна Дауха, минимум, ро, эс Мокхудари, Кришнас. Если мы могли ли либо Кришнас. Поэтому даже, как преданные говорят, что это уже не карма, это Кришна карма. Да, ханда харго цель гуля диалога, эс код карма сарис, Кришна карма. То есть то, что направляется непосредственно в Кришне, Кришна уже управляет лично. Он присутствует. И сразу ушел от Кришна мимо тай буддийской. И Кришна думает, так, чтобы научить преданного вот, какому-то правильному качеству, как вчера этот комментарий там читал, что соответствующая как бы, реакция может ну, показать преданному преподавателю. Там, например, я вчера говорил, если как у меня есть склонность к гневу, Кришна может сделать так, что я почувствую гнев других на себе, и я испытаю, что это такое, и это меняет. Если вы работаете очень сообрали, вот это членчина твоя, что если ты паразит, как ты хорошо, он не эльдуется, из мозга, айтонный рубори попиля, а мы шекзлеба, а если ты обскамосоребасу, и Кришна видит, о, это у моего преданного есть какое-то препятствие, он не может контролировать, у него этот гнев очень глубоко вошел, и он
даже думает, что это его личная природа. Дай-ка я ему да, преподам урок, чтобы он прочувствовал такое. Да, Кришна хедал, что эс эльгур веракотрон, если он бодас. А мы то мазмем мас кашистолтаны, и мы сатисто мас гайдос. А так она, мы тут с гон, айзетуды гоният хомеро, и сати унебацки, хасахутар унебацки гони. Да, мы то маз Кришна убзавни ситуация, сатадац чини гюзнобен, ама сакутар хаузе. Поэтому может позволить этой нашей проявиться. Потому что наш гнев всегда порождает последствия. Да? То есть последствия есть уже. Они созданы. И, соответственно, карма. Кришна позволяет этой карме проявиться, очистить. Для того, чтобы все самосознание и подробно. Да, Хандрахан Кришна дал уже в смысле супер вас карма, кому интересно, вы принимаете. Соответственно, Эльбурс, как вы отфили, осталось Эльбурс. Поэтому Кришна там присутствует. А метамат Кришна и Ким Опева в ситуации еще. Иисус Христос Кришна таким образом, для своего Бога. И Карис Кришна с Цхалумом, и Сихвадами. Да, так как если преданный просто получает, или человек получает карму, если он не преданный, тогда это просто материальная природа. Делает Кришна, он не мешается. Сатхуаши Квадамияни Ирабс карму шедевзе. Машинник Кришна Аренева. Сон карми системе Страдахма. Но да, вот он надо его вис. Да. Если мы пали, если мы чувствуем, что мы крайне падшие, и когда мы молимся, мы чувствуем, что наши молитвы не выслушались, как мы должны действовать? Если мы пали и падшими, и мы чувствуем, что наши молитвы просто не услышаны, как мы действуем. Мы все равно нужно прилагать усилия, следовать так иначе наставлениям гуру или Шрилопады. Асвятву Исуна Шрилопады, Найнс Мипэль, Гурус, Та Шрилопада Упадас Дайвипс. Да, сейчас Кришна как-то не отвечает людям, но я все равно буду следовать. И Кришна Эхла, Асетуйся пасуховсиме, магаминайц гаубабинис кзас. Я такой слабый, происходит падение, могу всему срыву происходит, но я все равно буду прилагать усилия, чтобы следовать. Месет Иисус Диван, да, шемитилия, цалисхуева чаудло, амаши магаминайц чевец дебином, ихо, я вдали дебюс. Я надеюсь, что когда-нибудь Кришна пролет у меня просто. Да, мы видим то, что отец, отец мне, Кришна, кайлев, чем ты сказал у вас. Да, Кришна говорит, я обещаю, что ровно даже если человек, который совершает самые дурные поступки, если он, у него есть это желание идти все, когда пишет цели, он не оставляет, Кришна говорит, он сад, он святой. Непременно. Да, Кришна, Албокс, то Мюхадалди, Амияни, у нас чампионис, поляда Садзагин, Сайсилевс, да ту из Майнзинарчунис, Сурвис, Ром, Идиотис, Умагадис Мизниске, Машини Сауцир, Бабачай, Парос, Твиндар, Тату. Кришна всегда слышит нашу планету. Нам может казаться, что он что-то не слышит. Кришна с Олесом, Шенедоцов, Вешива, Чуэгуэ, Чуэнебудис, Садис, Смарс.
Он находится в сердце каждого. Если он попадает в мелязь, он знает все наши мысли, все наши слова. Манисис полячуйный пикрик, а полячуйный сурби. И если он как-то не проявляет себя, просто иногда мы знаем. Мы думаем, вот сейчас помолюсь, и Кришна должен мне, не знаю, яблоко кинуть. Или там что-то. В общем, мы ожидаем какие-то вот, но Кришна может по-другому как-то соответствовать. Не обязательно вот туда так. Да, то Кришна Арабы Сагартас, когда хочу не стоит, по вашему удовольствию, сами Кирилла Дачабовацу. Благодаря Месси Ахты, но будет. Поэтому мы молимся да, Господу и надеемся на его милость продолжать. Даже если ну, яблоко не упало, или там не одели, ну, каких-то внешних признаков того, что Кришна услышал это, нет, все равно я продолжаю. Да, я понимаю, что это правильный путь, я хочу идти. А мы тогда чуваться, упли сами. Мы уходим из этого, что наши бабы берутся, то есть мы сели, а чувак, который создал у тебя мой смысл Амасупали. И я могу же обращаться к опытным преданным, чтобы получить их совет. А мы то мать даем еще мило, мы мать не удам им мать кому сидеть будем с ними сатус, но мы гави его другой мобик ценный. И пройдет время, и через какое-то время меня вдруг осенит. Кришна все-таки услышал там мои молитвы. Да, мы году гаупитами, там мюхдами, Кришна стоит мало, а мы не смотрим, я чем не рацию. Потому что что-то изменится в моей жизни, и в конце концов я обнаружу, что у меня душа или правда нет. Ну и то, на раз все есть, а чем смотрим, что лучше на лбу, а чем но. Без того, что ваше долго гарантится. Поэтому вот очень важно продолжать следовать процессу, несмотря на то, что отвечает там Кришна, не отвечает, чувствую я, не чувствую, нужно просто продолжать следовать процессу, общаться с преданными. То есть это дикульку сделает меня очень сильным, и в конце концов, и даст, Кришна будет как появляться, помогать. Арма Цау Цилебельеру, и вот процесса, мы уже добились, а Кришна, и например, Асуховску, Аквасуховск, процессы могут сошелиться, схода с опионами сошелиться, откуда ты сошелиться, гамони, деба Кришна. Но если я не получил такого прямого ответа на свои молитвы, оставляю процесс прямого служения, говорю, ну да, раз ты не кинул яблоко, я не повторяю джаба. Да, тут чвени, бэр, чем то это ну захуевиться, а еще тут не обесмелые, а гамоны ваши, могла гамоны уреджаться. Так я чувствую, что человек просто хочет манипулировать, хотя это совсем непонятное такое отношение. Маши Кришна знал все за тобой, чем то манипулируешь, ты армейский арсенал поступил. Поэтому тут очень важно с одной стороны надеяться на милость Господа. Надеюсь на его милость, а с другой стороны, продолжаю ругать те усилия, которые могу делать. И тогда Кришна обязательно придет. Эти скры, да, амшем тховаши, чё я нудак габачин дес имя дейр пуле писта Кришна си. Да, амшем тховаши, Кришна шей. Гай мой смес, если ты родцепс, да, амцилле брат, да, это марта. Давайте, наверное, на этом остановимся. Или там вопросы есть? Онлайн варис китхорам. Все большое. Гранд Рашима Бхагавата Ки. Прабхупада Ки. Thank you.